многих странах азартные игры запрещены. Противозаконным игорный бизнес считают в Китае. А в Таиланде за организацию подпольного казино можно даже получить пожизненный срок. Любителей азартных игр запретами не остановить. Есть игры, те же самые компьютерные, где ты вкладываешь деньги, и ты на эти деньги совершаешь действия, покупаешь себе доспехи, сражаешься с кланами. Это тоже азартная игра. Есть покер в интернете, это тоже азартная игра. Полностью закрытие игорных клубов, ну, отчасти уже решило проблем. Но если у человека есть эта склонность, и если у человека уже есть эта акцентуация, он найдет путь реализации этой потребности. То есть, как таковую, эту проблему не искоренит.